Так, город Бамберг, внесенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, выглядел до эпидемии. И так выглядит сейчас. Туристы сюда больше не приезжают. Отель «Мессершмитт» – ни одного постояльца. Хозяйка гостиницы Урсула Меденвальд не сомневается, что этот год будет крайне тяжелым. Конечно, я боюсь за отель. Это старинный отель, я работаю здесь в шестом поколении. Конечно, такого еще никогда не было, это очень трудно. Как мы будем платить зарплату, как оплачивать текущие расходы, если нет дохода? Бронирования на май отменены, уже отменили мероприятия в сентябре и октябре. Впрочем, с такими же проблемами столкнулись и местные рестораны, и этот отель с пивоварней, который почти 500 лет. Здесь варят пиво из солода специальной дымовой сушки. Если здесь и дальше не смогут продавать пиво, то пивоварню придется закрыть. Вот выручка, начиная с прошлого понедельника. В ресторане, как вы видели, пусто, нет ни души. Безнадега, к такому мы не привыкли. Ежегодная прибыль у отелей и ресторанов Бамберга – 330 миллионов евро. В 2020 году эта цифра будет значительно меньше. Поэтому многие здесь рады, что получили финансовую поддержку от государства. Вы идете в банк, и вам говорят: пока есть риски, кредит мы предоставить не можем. Просто и ясно. Второе, нужно составить план ликвидности, экономический план. А как написать план, если я не знаю, когда смогу снова открыться? В отеле «Мессершмитт» вели неполный рабочий день, как и на многих предприятиях или фирмах. А это означает, что и зарплата стала меньше. Если люди будут зарабатывать меньше, кто будет путешествовать, ездить в отпуск? Все ждут, что будет дальше. У меня еще есть надежда. Жаль, если я буду последним, кто выключит здесь свет. Даже если все случилось не по моей вине. Пока никто в Бамберге не может сказать, когда в город вернутся туристы.